Всем привет! С вами Ксюша, и сегодня опять будут бумажные сюрпризы. И у меня появились вот такие новенькие. Это наклейки для клейки. И давайте с них мы и начнем. И буду открывать я вот эту вот. Давайте сейчас я отрежу и вернусь к вам. Я посмотрела, чтобы ничего лишнего не отрезать. Я вижу наклеечки уже. Там, наверное, все. Нет, там не все. Боже мой, не достается. А, я сейчас достану. Я поняла, из-за чего мне не доставалось, но эту штуку надо тоже как-то достать. Но давайте сначала посмотрим наклеечки. Первая вот такая объемная наклейка. Это перышко. И она у нас необычная. Дальше обычная — это клубничка. И вот такая еще наклейка, и у нас она очень редкая. Ну, редкая. В общем, вот такая вот красивенькая. Такие красивые наклеечки. И сейчас я достану вот эту штуку как-то и покажу вам. Мне пришлось разрезать упаковку, и тут было вот это написано. Можете почитать. И, ну, давайте дальше приступим. Дальше я открою модницы, первая серия. Сейчас я думаю, так и открою. Вот я открыла, тут была вот такая вот футболочка. Прикольненькая. Она у нас необычная, из 7 штук. То есть нам уже попадалась футболочка черненькое сердечко. У нас есть такая. Я вам в прошлом видео обещала открыть вот это. Открываем. Но мне кажется, без ножниц я тут никак не справлюсь. Я чуть не порезала закладку. Вообще, если бы я порезала, я бы, не знаю, ревела. И она у нас вот тут вот. Супер редко попадается магнитная закладка. И тут было написано, я вам в том видео показывала. Я потом отмечу. А пока открываем следующий скотч в подарок. Тут был вот такой вот скотч. И давайте найдем его. Кстати, он из первых. Он самый первый, точнее. И он у нас обычный. Тоже отмечу попозже. Но давайте откроем еще один. Наверное, я открою. Или не надо. Ну, давайте еще один скотч откроем. Быстренько. А, не открывается, ребят. Открылся. И какой там скотч? Там вот такой вот звездочками. Давайте найдем его. Он тоже в первом ряду. Вот такой вот скотчик. И он обычный тоже. Ну и всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вам нравятся такие видео. Ну и всем пока!